Вася, а что теперь люди умеют тегами пользоваться? А чё нет? Да, я же говорю. Привет. Все хорошо, как твои дела? Это за наплыв людей. Осуждаю! А что это? А что случилось? Что это такое? Просто разговор. Откуда эти люди? Не пишите только. Господи боже мой. Фу! Фу, что это такое? Люди, ну прекратите! Да не кидайте хуйню! Хватит по-бразы. Не пишите. А почему, как это люди на меня подписывают? Что случилось? Что произошло? Не зеленее нет растения. Детку в чат. Осуждаю, но не делайте хуйню, блядь, вы портите весь вайб. Спасибо за подписку, я надеюсь, все докупят. Так, что это чем-то? Что, я не понимаю, блядь, Коля, хотя бы ты мне объясни, что тут происходит? Блядь, я уже задохнулся. Это произошло. Оу, yeah. На ее донат во весь экран. Спасибо большое. Стримов смеюсь, маму еб... Нет, в общем, видимо... Видимо, плохие люди пишут. Ай, блядь, это что было? Оу, еее. Передаю привет Адольчику. Большое. Блин, а вот знаете что, у меня не видны... Блядь, умоляю. Возьми меня. Это что, я не понимаю, подписываются люди, что ли? Нет, еб... Салам шмат, но сиську покажи, умоляю твой сиську. Ой, блядь, умоляю, хватит. Вайми, я не могу, блядь, вы жестко ха-ха поймали. Оу, еее. Жизнь ворам, прокуратура вуй-вуй. Почему какие-то странные вещи мне пишут? Блядь, умоляю, не за***йте, да я скажи, пускай фоллобот уберет. У меня впервые такое. Оу, еее. Сестра, дыши. Воздух бесплатный. Да я дышу. С тобой хочет познакомиться краснодарский шнырь стример Натка. Одно мгновение, подождите, тебе пожалуйста. Оу, еее. Осуждаю. На зеленый пи***ц. Плохие слова. Оу, еее. Подруга с подключением интернета. У тебя донаты не видно на экране, сделай больше шмара. Привет, нахуй всем свои зи, в чат дадим гадости в радость стримеру. Ну что это за стример такой, который привел мне не джентльмена? У тебя нет, тебе пизды лежит, что ли, че он так газует гондом? Джентльменов, блядь, я вам... Мы в галстуках сидим, там урод, в костюмах. Вы не джентльмены. Пацаны, с этим зимой, блядь. Какой да... Как тебе интернет провел? И кто подарил тебе этот свисток? Оу, еее. Спасибо большое за донат, но можно без гадостей? Да хватит, пацаны, без хуйни, ну, блять, осуждаю. Пожалуйста. Привет, я джентльмен, а твой модер пи***. Осуждаю.
А может кто-нибудь подписаться на меня, проверить, пожалуйста? ЗВ Гайда Хесус Пиджит. Я не видела, что пишут. Но я осуждаю. А я тоже осуждаю, пиздец. Это очень смешно, бля. Давай в Дискорд ее позовем. А у нее есть компьютер? Давайте нормально пообщаемся с ней. На эту кристалл Ремея. Ладно. Заюш, о май фин дик. Save your ass, baby. Я не могу, молодой человек, к вам присоединиться. Почему на вы? Давай Дискорд, есть у тебя Дискорд? Дискорд. Дискорд 16... Дискорд, есть Дискорд? Я не умею Дискордом... Я не умею Дискордом пользоваться. Телеграм! Осуждаю! Она новенькая еще, на Твиче она не шарит. А можно попросить ваших ребят не писать гадости, пожалуйста? Все, понял, ребят, можете не писать гадости. А я их к этому, ну, не подзывал, они у меня просто такие чудикие. Ты наша теперь вороватска! Жизнь ворам! А ты что, с Краснодара? Что делаешь вообще, как ты? Прости за грубый вопрос, но у тебя... Да хватит ее трогать, да ёбай, не забудь ее. Осуждаю, что там, блядь, происходит, я осуждаю очень сильно, блядь. А мы хорошие сиськи. Да зайди. Ты очень смешная, как она все осуждает. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю, ебать, хватит донатить, выруби донаты, Лера, как тебя зовут? Писать. Ебать. Лана, осуждаю, осуждаю, осуждаю. Блять, это ты, блять, вы какой не занимаетесь, пацаны, осуждаем, хватит хуй донатить. Ой, я от смеха умер, блять, это очень сильно было. Что? А? А как мне выйти? У тебя есть что-нибудь? Ты через что общаешься там? Через... Да ну зачем мне эти хуй присылают? Ну, ребят, алло. Хватит, короче, вы уже, блядь, вас этого борща, ну, осуждаю. Ой, блядь, осуждаю, осуждаю, блядь. Я в ха-ха ушел, ужас. Умоляю, мне надо чуть подышать. Скажите ей, пускай скачает Телеграм, Ватсап, Аську. Модерация ее, найдите этот. Привет снова. Не портите мне, пожалуйста, чат, ребят, он только начал разговаривать. Уходите, ну честно. Дайте мне поболтать. Вот, смотри, смотри, это что за трек, а? Таркан. Мы смотрим. Только молча, пожалуйста. Этот трек есть у тебя? Да. Это Таркан! Это трек. Да послушайте, этот трек, блядь, всем знаком. Да это Таркан, его все знают. Если я был бы девочкой, и ко мне зашел бы, и я бы... Я сидел бы и наоборот завозил бы, блядь. А они наоборот, блядь. Что не так, хуй, с этим миром? Выйди замуж, похуй, начни кайфовать. Я всю жизнь хотела рано замуж выйти. Но, к сожалению, нету достойных людей. Либо я к ним не готова, не знаю. Он не пишет, но словесно признается, что ты великолепна. Он вообще помнит меня, кто я или нет? Или у Рената как будто каждый раз я новая. Вот этот цвет волос хороший. А ты... Кто-то еще рядом сидит? У кого другой цвет волос или что? Вась, я че, хуй? Цвет другой... А, ну может быть. Выкрутился. И цвет меняется. Угу. Я темная. У меня, видите, брови я не крашу, у меня темные брови. Мужу сделаю чай, а так мне не делаю чай. Чай в пакетик. Да нормально все. Хорошо, у тебя как дела? Как засмущалась сразу, когда Ренат зашел? Ну, конечно. Покажи кепку сзади. У меня вообще там несколько. Да сука, блядь, ну ебать, повезло, блядь. Ну почти, пацаны, не обессудьте. Пацаны, не обессудьте, бля, прикинь, переиграла. Вторая. Из Будапешта. Третья. Из Лондона. А вот это, мил, это моя самая любимая кепка. Топовая. Под цвет глаз.
Ну а что, у меня голубые глаза? Блять, Вася! Мне сейчас кажется, что они зеленые. Блять, вообще, ну, блять, не попадаю, брат. Да, мне не зеленые глаза. Блин, жалко только, что у меня эта виза заканчивается в этом, в январе. Го в Грузию. Го. Вообще спокойно, на самом деле. Да, вот, 1 августа. Ты приехал, ошалей, да, вот, у меня плохой нет. Тут. Да, 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 все вспомнил. Я потом покажу, что вам нет. Думают, я глупая. Да я шучу. Ужас, он думает, я глупая. Честно, лучше пусть ты будешь дальше думать, что я глупая. Готовы ее взгляд сейчас? Смотрите, пишу ей. Смотрите сейчас на взгляд. Смотри, смотри. Я какой говно. Не пальцем деланное. Это так кажется. А я-то чё, блядь? Я говорю, а ты как похорошела, просто на стриме не говорю, понял? Я же от моих братьев не скрываю. Это так чуть-чуть намекнули мне, что... Она очень красивая. Слышите, хорошие вкусные духи. Мои самые любимые духи – Burberry Intense. Коричневые. Что тебе пишет? Не скажу. Она согласна, тарелочница. Рина, тебе в рот кучит и кинет нашу... Блядь, я осуждаю! А чё, я не слышала, что там было. А как же все девочки, вот сейчас посмотри, вот почти каждая, ну вот в реальной жизни у каждой губы нарощены, блядь. Уже, плюс когда я вижу простые губы, это так красиво, блядь. Балик. Лиза ствол, пи***ц. Ну, короче, я... Не, Лиза ствол, пи***ц. Ну, короче... Очень боюсь. Вы меня как подкинули, га***ли? Вы как меня подкинули? А подожди, а где нас смотрят? Вы меня как подкинули? Вы какие чер... Ебать, вы меня поставили в положение. А... Вы какие чер... Лиза, я твой стрим ебал громко слишком. Наушники одень. Лиза, я твой стрим ебал громко слишком. Как относишься к... Как я ее выгнал? Ренат, я прекрасна. Я только за. К фуд-фетишу? Что такое ствол? Типа, это отсылка к чему-то? Или что это? Она красивая, охуеешь! Она на Адель чем-то похожа, нет? Красивая, пи***ц, хорошо в ней здесь. Вася, а её чё, типа, как пираты Карибского моря выкинули на этой хуйне? Шма, давай, пи***ц, женюсь, слышь? Сколько ей лет, 20, да, ей? Пи***ц, спросите, сколько ей в месяц нужно денег? Я, кстати, никогда не думал. Но вот я сама трачу 100 тысяч рублей на себя. Меня... Как бы больше. Вот. Изи! Конечно, мне хотелось бы больше. Не знаю, вот косметика, мне косметику не нужно много. Я вот раз в месяц, короче, закупаюсь косметикой. 25. Это на багажник. Ренат миллионер. Я... Это на багажник! Ну все. А зачем ты спрашиваешь? Это на багажник. Стой. Это месячная моя зарплата. Он бедный, у него денег нет. 9700 есть. Мне никто до этого. 9700. 9700 есть. Остальное на машину, блядь, обессудьте. Остальное на машину. БМВ или Мерс? БМВ. У нее акцент есть. Блин, кто она по нации? Вы узнаете, Ра ломает. У нее акцент есть. Нет, я наполовину армянка. О, Джон. У меня голубые глаза. Просто я очень темная. У меня немножко такой неровный нос. А, еще я... Короче, у меня смуглая кожа просто. И все, так я не считаю, что я похожа на кого-то такого вот, на восточное что-то есть, но не прям. Смогла бы жить с родителями мужа в одном доме, честно, не хотела бы я. Так. Просто я знаю, что такое, типа, есть у каких-то национальностей, но я думаю, что им нужно на своих, либо... За что, блин? Ира.
сосед встречают. Подожди, это по идее повод сейчас пойти бухать, кайфовать, даже кино ожираться, жестко подпи***ть. Будто ебать понервничал, Вась, надо еще минуту пострадать, чтобы в себя прийти. Кинь, как я, блядь, я уже понял, другой телефон создаю, понял, чтобы не палить. И мне хасрет для берегюна. Гламнанчак мой Арсун Беналла. И на хасрет для берегюна. Самое жесткое было, блядь, еще и плечо, сука. Это больно было, на самом-то деле. Блядь, вот опять разбился, блядь. А давай позвони, напиши мне в телеге. Алло! Алло. Че делаешь? Сижу, стримлю. Ну, реально? А? Я ногу раз**ал и в спину. Ну, как так-то? Из-за тебя? Но я из-за тебя плакала. Реально? Да. Ебать, на это появилась? Угу. А я ж чё, я никогда не обманываю. Вообще, рассказывай, что случилось, где ты потерялась? Что ты в Испании делала? Я не была в Испании. Ну, в Италии или где-то была, вот эти в Европах своих. Подружки летала. Реально, у тебя подруга там живет? Да, она там учится. Сколько лет ей? 20. А ты не учишься, да? Учусь в финашке. Финашка на русском скажи, что это? Финансовый университет. А ты в Москве где живешь? На юге, севере, западе, востоке? Северо-запад. Я хуй, где это? Блядь, я, чтобы ты понимала, я до сентября жил в Москве, прикинь, с апреля месяца. Я 5 месяцев в Москве был. А что делал там? Я жил. Ну и просто там тоже холодно, я переехал обратно в Крас. А здесь еще хуй, блядь. Это возле вас почти? Да ну. А что ты вообще слышишь, как там в Италии? Сколько ты была там? 10 дней. Ты подожди, тебе визу на сколько одобрили, на полгода? Да, я очень быстро визу получила. Типа я подалась на визу, у меня через чуть больше 2 недели прошло, и у меня уже виза была. Возьми как мужчина, пригласи меня в Италию или в Испанию куда-нибудь. У тебя же все равно грузинский паспорт. Погнали. Реально? Ну мне для меня Европа открыта. Подожди, да, мне на машину надо карбоновый капот поставить, рестайлинг. Знаешь, сколько денег где-то? 650 передней фары с бампером, блядь. Мне где-то лям нужен. Так а что ты сливаешься, если я тебя зову? А, ты зовешь? Да. Скажи, бля, буду. Нет, в плане, чтобы я за тебя платила? Не, нахуй надо, у меня есть деньги. Типа ты за мной приедешь, за мной, заберешь меня до аэропорта, а Европа с меня. Рина, смотрю на тебя, и у тебя глаза горят. Ну она охуенная, она мне понравилась, да. Слышишь, Лиза? А какой факультет у тебя? Социальных наук и массовых коммуникаций. А, что такое? Ну, типа реклама там, вот эта вся фигня. Ты же не будешь работать по этой специальности. Ну да, просто. А сколько зарплата у тебя плюс-минус? Ну, сколько было? Просто я посчитать, типа, нам хватит или нет? В смысле нам, это мои деньги. Не, дай бог, чтобы твои были. Просто дай интересно. 150 у меня выходило. Хуй. И тебе 150. А ты с родителями живешь или одна? С родителями. Ага, это хорошо. Будто мне кто не позвонил. Это мало для Москвы, это мало, ребят, реально. Ну, типа, это с учетом того, что я не снимаю квартиру, я живу с родителями. 150 тысяч в Москве это вообще хуйня, это 2 дня денег. Два дня? Ну, это интересно, какие 2 дня можно провести. Ну, там есть тратиться. Ну, вот, смотри, вот, допустим, квартиру снять. Там, да, можно 100 тысяч вообще легко потратить в Москве за один день. Согласен, вообще, как делать? А ты этот, готовить умеешь? Да, умею. Лиза! Что? Что ты в Москве делаешь? Там же холодно сейчас. Живу, учусь. А ты ходишь на учебу ведь там? Да, меня очень жестко, у нас очень жестко сейчас. У нас, короче, нас по камерам смотрят. И смотрят, типа, за посещаемостью, там вся хуйня. Поэтому у нас жестко сейчас. И ты каждый день ходишь? Ну, да, почти каждый день. Если, ну, занята, то не хожу. Ренат на Редрумс тратит 150 за вход. Что такое Редрумс? Дрю. Какая дрю? Откуда ты знаешь? Ну, не, я, короче, сначала подумала, что это стрипуха. А потом мне, когда написали дрю, я уже, ну... Больше на правду похоже. По-братски, думаешь, я на драйв хожу? Я везде на ханежи. Я? Ужас. Ну вот у меня было такое желание, я хотела сходить в стрипуху. Давай, заберу. Вот, и если это стрипуха, возьми меня с собой. Если это драйв, не надо. Да, я не хожу в стрипухи, блядь, буду. Я не люблю стрипухи.
Типа, это же не прикольно. Я говорю, меня возьми, какая мне разница, ходишь ты или нет? Я говорю, меня возьми туда, если пойдешь. А там девочкам раздеваться надо. В смысле? Ну, типа, вход, там же девочки, ну, прикинь, ты заходишь, туда одетая, они все раздетые. В чем прикол? Это же, ну, не толерантно. Нет. Ну, ты вот на пляж идешь, ты там одетая? Нет. Ну, вот. Я могу туда прийти одетая. Почему я могу туда прийти одетая? Меня не выгонит никто. Нет, это я понимаю, но все же. Да я шучу, это шутка. Не, реально я в стрипухе не хожу. Ну, давай пойдем вместе. Давай. В Ханибане, не? Кстати, мне Ханибане как раз о сотрудничестве писали, пойдем на халяву. Стрипуху, знаешь, надо 1200-300 минимум. Я не шарю, это ты, видимо, шаришь. Не, мне Кирилл рассказывал. Сейчас позвоню, узнаю, что. Давай, давай, короче, у тебя же 7-го днюха. Да. Вот, видишь, я запомнил. 1-0. Давай на слэй поедешь со мной, как раз там все с девочками будут. У тебя это платье есть? Сколько у тебя рост? 1.70 м. Вот, ебись, больше 8 сантиметров, так каблуки не одевай. Вот, короче, берешь этот платье, каблуки, и 7 числа едем, не? Я с тобой платье? Чё платье? Ну, новое платье. Ну, поехали, я покупаю. Подарок. Хорошо. Сейчас на днюху будет. Этот, сколько платье жарит, я не шарю. А? Сколько платье стоит? А, подожди, платье тогда и туфли нужны. Да, все нужно. Все, грею. Ну, бля, платье и туфли за... Все хватает. Сколько это, 1015? А сумка? Какая сумка, бля? Берешь самое главное. Ты куришь? Да. Вот, берешь в руки. Что, ты сигареты куришь или что, электронные? Вот. Вот. Че? Вок, что такое? Чапман. Все, отлично, я тоже Чапман курю. У меня в карман Чапман поставим, а телефон в руке подержишь. Вот и все. Угу. Нахуй. Вот и все придумали. Ха. Ну вот, охуенно, 7 числа, смотри, я прилетаю, как вы, подожди, 6 за тобой заеду, пойдем тебя оденем, и 7 едем. Ты пьешь? Ну, не, немного. Ну все, без вот трезвым водителем будешь. Я не умею водить. У тебя же, ты права проебала, да? Я их не прибала, я их не получала. Блядь, ты эту заколку не делаешь, оставь ее. Я сделаю. Подожди, ты по знаку зодиака кто, весы? Нет. Не знаю, стрелец. Ой, Юлий Шиле прав. За пьяную езду по Москве. Осуждаю. Это ты была, да? Это не я, блядь. Ну, платье, типа, 1000 до 100 можно найти. Туфли какие-нибудь хорошие нужно. Бляха-муха. Туфли хорошие какие-нибудь можно. Подожди, это 100 000, это платье? Я не знаю. Вот смотри, в чате пишут 500к минимум. Нет, это 500 рублей, это наши братья пишут. Платье на Валберсе 1500 стоит. Не, шутки шутками. Я, короче, ну, я одеваюсь, я возьму, мне покупать. Я пойду просто возьму какой-нибудь костюм, как в прошлый раз на прокат, и все, это 1020. Ты в курсе, чтобы пожениться, нужно согласие двух сторон? Нормально, мои согласны. Папа и мама, все, там две стороны согласны. Да у тебя нормально все будет. Ты там хорошая жизнь. Ты, блядь, с чего взял и решил? Ты прикинь, ты приходишь к родителям, говоришь, есть парень идеальный, у родителей на 6-6 лет не сидит, 2 М5 в 90, наш аварец. Все, родители хуй. Они говорят, бля, мужчинский пацан, делаешь. Хорошо. Ты прикинь, F90. На карбоне машина стоит 10 лямов, карбона еще сверху на 780. Так, звоню сейчас сестре. Готова? Своей? Да. Сура! Салам алейкум. Салам алейкум, что делаешь? Папа, как ты? Нормально, как ты, сынок? Нормально, что делаешь? Ничего, вот с твоим дядькой пришли, брат, покушать. О, где? С моим братом. Где? Стейки будешь? Стейки будешь? Не-не. Пау, смотри, короче, вот, женюсь, как тебе невеста? Оцени от 0 до 10. А какая у нее фигура, или покажи. 1.70 м, 20 лет. О, блядь, хорошие сиськи или так себе? Сынок, я в ресторане, потом перезвоню тебе. Давай. Давай. Что это? Что? Рак? Почему? Ты что? Что? Папа, это я при чем? Папа? Какой папа? А Бульфат? А что? Какой папа? 65. Жизнь не поверю. Что 65? Лет папе. Все, хватит. О! Ладно, звоню маме.